Маргарет, 3 июня. Маргарет, второй срок сева, 18 апреля. Так выглядит посев. Немножко, конечно, отстает от первого срока. Там уже появляются макушки колоса. Флаговый лист. Здесь только появляется флаговый лист. Только появляется, еще не массу. Норма высева на этом участке 1,5 миллиона, на этом 5 миллионов штук на гектар. Поздний срок сева, конечно же, уступает, хотя погода была, наверное, более благоприятной для того, чтобы семена быстро проросли. Да, это действительно, можно сказать, случилось, потому что если сравнивать со всходами первого срока и со всходами второго, то второй срок, он как бы наверстал 4 дня, где-то вот так. Но и все на этом, как бы вот так. Даже при той ситуации, что сейчас достаточно благоприятная погода, все равно посев отстает. Не сильно, нет. Ну, не сильно, конечно. Хотя, если сравнить, то сильно. Если сравнивать, то есть вот он, первый срок. Это уже мощное растение, которые собираются выбрасывать колоски. Вот так. Сегодня 3 июня. Всем удачи!